В одном из римских соборов появилась мемориальная доска в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Установлена она по инициативе белорусской делегации. Барельеф дополнил серию мемориальных досок от народов, которые используют алфавит, созданный просветителями. Автор произведения – белорусский скульптор Валерий Янушкевич. До этого наша делегация проделала долгий путь от Кракова до итальянской столицы и посвятила путешествие 500-летию белорусского книгопечатания. Кстати, в этой же церкви имени святого Климента, где установили памятный знак, хранятся мощи одного из равноапостольных братьев Кирилла. Впервые об этом проекте мы узнали год назад и очень быстро приняли решение ее установить, потому что это настоящее произведение искусства. Мы очень рады принимать такой шедевр у нас. Это большое событие, и я полон радости за белорусский народ и за международные связи с представителями славянских стран и разных конфессий. На протяжении многих лет нашего символа здесь не было. Я думаю, что мы сделали хорошую работу, когда смогли соединить интересы православной, католической церкви, общественности. В римской базилике собрались дипломаты из Беларуси, России, Сербии, Польши и Молдовы, а также представители католической православной церквей. Завершилось торжество концертом от солистов Молодечнинского музыкального колледжа имени Агинского.